Хакасия в числе других регионов страны готовится к крупнейшему спортивному празднику «Старт лыжни России», намечен на 11 февраля. На лыжи встает как детвора дошкольного возраста, так и пенсионер. О последних приготовлениях и какие награды получат самые быстрые участники в сюжете далее. Диплом от министра спорта Российской Федерации, я думаю, что это очень почетно иметь. Один из организаторов республиканского этапа «Лыжни России» Евгений Костяков особо подчеркивает, диплом с подписью министра спорта России есть далеко не у каждого спортсмена-профессионала, а здесь такая возможность заполучить его даже любителю. Главное – встать на лыжи и показать результат. Центральный старт в Хакасии состоится на знаменитой трассе спортцентра в вершине Тёи. Погода действительно наливая, люди загорелые ходят, шевели, на самом деле. Трасса подготовлена идеально, ребята работают, и тяжелая техника, ретраки работают, и на снегоходы трассу накатали очень хорошо. Всероссийские лыжные гонки уже давно приобрели общенациональный масштаб. Участие могут принять как новички, так и профессионалы. Возраст значения не имеет. Кстати, Хакасия – единственный регион, где организованы старты невест – девушек, вышедших замуж в прошлом году. Это придает спорту особый шарм. Кроме того, для гостей и участников традиционно организованы пункты питания и концерт. В 2009 году мы первый раз приняли участие в таком масштабном мероприятии «Лыжня России», у нас было около 900 человек, то сегодня, уже вот спустя 9 лет, мы ожидаем во всех муниципальных образованиях, в Тёе, мы ожидаем где-то более 5000 человек должно выйти у нас на лыжи. Стоит отметить, что лыжный праздник в Хакасии пройдет не только в Тёе, но и Абакане, Саиногорске, Сорске, Ташты, Пешера, Усть-Абакане. Старт по всей стране 11 февраля. Константин Кравцов, Сергей Казьмин, «Вести Хакасия».